Итак, друзья мои, я прибыл на Сочинское шоссе и по просьбе трудящихся иду искать дом Александр по адресу Сочинское шоссе 8/2. Скажу вам честно и откровенно, что я ненавижу Сочинское шоссе и особенно дома номер 6 и 8 с их дробями. Честное слово, вы уж не обижайтесь, но они так разбросаны и не поймешь, где что. Я вчера открыл Google, ну прежде чем пойти сюда, подготовиться хотел, так как знал, что меня ждут великие дела. Так вот, дом номер 8 я нашел вот там вот, за железнодорожным полотном, уже непосредственно ближе к рыбацкому поселку. Но когда мне написали, что мы ищем гостевой дом Александр, то он у меня высветился просто как Сочинское шоссе 8 и где-то вот здесь. Здесь я уже смотрел «Золотой ключик», если не ошибаюсь, название. Сочинское шоссе 6 дробь какая-то там, 1, 2, 3, 4, 5. И вот теперь иду искать новый объект. Вот тут так все жужжит, такое ощущение, что все, взлетает самолет. Вот, если не ошибаюсь, золотой ключик. Симпатичный домик. Я его искал вот тут вот, Сочинское шоссе 6/1, кажется. И его искал. И так получается, что я их ищу каждый день. Точнее, искал с периодичностью в один день. То есть я прошелся. Здесь искал золотой ключик, а на следующий день уже меня попросили искать другой домик. Вот здесь я не могу не остановиться. Фух, ну подышать мне надо просто. Не то что, не подумайте, я не зарос. Хотя не очень красиво здесь. Очень красиво. Заборчик, правда, не покрасили. Ай-яй-яй. Но мы идем искать Александра. По карте он где-то здесь. Но где, я не знаю. Выше, по идее, улица уже моряков пошла. Ну, вот этот симпатичный домик мне нравится. Зелень, балкончики, ничего такого сверхъестественного, но симпатичный. Итак, это Сочинское шоссе 4/3. Вот этот вот домик. И, кстати, если мы пойдем вот так вот дальше, дальше, прямо, прямо, как я шел когда-то ранее, мы выйдем непосредственно к голубым небесам. Да-да. К несчастью, я не наблюдаю на домах нумерацию, хотя не вот там он, в этом домике есть. Сочинское шоссе. 3Б. Методом научного вычисления я понимаю, что четность она с этой стороны. И чем дальше я иду, тем больше я вспоминаю матерных слов. Сейчас объясню почему. Сочинское шоссе 2/5А. 4 и 6 дома мы уже прошли. Хотя пи-пи-пи. Сочинское шоссе 4/1. Вот это место виртуозного вождения. Такая площадка для автомобилей. Ну, знаете, я, наверное, немножко бочковал.
Хоть бог его знает. Идем дальше. Вот и от домов. Какие у них нумерации? Как к ним пройти? Сочинское шоссе 2Б. Тот домик был красный. Может быть, вот этот? Сочинское шоссе. 8/2. Нет никакой нумерации. Или может быть вот тот вот на горе красный. Кстати, обратите внимание. Помните, я говорил про... Тут стоял старый деревянный дом. Спалили. Походу. Вон красный дом тоже похож на Александра. Ну дальше уже там уже все. Это начало конца. База какая-то была. Я рассказывал. Пойдемте посмотрим. Ведь когда-то была шикарнейшая база. А сейчас, видимо, кому-то понадобилось место. Ну и случился пожар. Так бывает, вы знаете. Вот видите. Интересно, там есть проход выше? Мне бы хотелось посмотреть на тот вот красный домик. Ну все сгорело хорошо. Можно нафиг все сносить и строить заново. Случайности не случайны, я полагаю. Хотя, кто знает. Так, ладно. Александр, этот голос наш с тобой. Так, ну тут большая стена частных домов. Как бы неохота мне туда переться, зная, что я упрусь в забор. Так, идемте дальше. Также не хочется нарваться на какую-нибудь змейку. Может, это Александр, а может быть и нет. Вроде красный был дом. Ну, видите, дом есть, ворота есть, номера нет. В такие моменты прям хочется завязать с блогерством. Тоже нормальный домик такой. Скромный. Интересно, почему не сделать вот такую вообще большую плиту было? Видимо, солнца не хватает. Машина бы проще заезжала. А так, надо там аккуратно. Странно, как эти цепи еще не сдали на металлолом. С якорем. Кстати, я заметил, лазать скажу, за тот период, что я здесь хожу-борожу, я уже 3 якоря нашел. Это где-то же сюда, без якорей, значит. Частный дом Катерина Плюс. Я показывал его снизу, кажется. Вот я помню, Катерина. 4А. Мне нравится, как на меня смотрит эта большая собака. Уж
внизу, друзья мои, я принимаю решение подняться наверх, посмотреть там, если там не улица Моряков, или какая-нибудь Маяковская, Господи, там, короче, наверное, какая-то улица, тогда буду возвращаться. О, нет, тут упирается в калитку. Чудес не бывает. Бывает только глупая нумерация. Вот, а там золотой ключик разобрали внизу что-то. Смотрите, просветы такие. Стены поубирали. Сочинское шоссе 6. Я. Сколько букв в алфавите? Сам не помню. То ли 32 там, но не менее 30. И вот я — последняя буква в алфавите. Поэтому не просите меня еще, пожалуйста, искать Сочинское шоссе 6. Вы же помните, сколько тут дробей еще. Ну, в принципе, как я и говорил, это улица Маяковского наверху. Вопрос решен положительно. Наверх мы не идем. Это уже радует меня. Инжир, перезимовавший. И я такой весь распрекрасный, блин. Поисках. Ну что, у меня не знаю, что и сказать. Может, действительно он там ближе к морю, но по карте мне показывалось, что где-то здесь. Сейчас найду почтовые ящики и буду смотреть по ним. Если есть тут 8, значит, он где-то здесь. Пока временно прижусь, иду искать. И вот я нашел ящики. Но ни одного Сочинского шоссе 8 я тут не наблюдаю. Тут все есть. Все, что хотите. До 8. Буду искать дальше. А вы пока посмотрите, какая луча. Вот-вот созреет уже. Ну, не до лучи мне сейчас. Пойду дальше искать. Итак, друзья мои, я занимаюсь поиском дома 8/2 по улице Сочинское шоссе. Ну, должен вам сказать, что я нашел дома, которые относятся к дому 8. Ну, тут также 6/10 есть также. Они где-то вот здесь. Сейчас я вам покажу. Ну, Сочинское шоссе 8. Тут у нас есть платная парковочка. Сейчас, блин. Вот, чтобы вы знали, что такое Сочинское шоссе 8. И вот те домики, откуда я только что приехал, там, наверху. Я уже не буду туда ехать, честное слово. Я так полагаю, что там все домики номер 8. Там номер 8 и номер 6. Все вместе взятых. Я открыл просто Яндекс.Навигатор, потому как мой мозг уже начал кипеть. Я вспомнил в прямом смысле все матерные слова. Вот. И доехал сюда по навигатору. Только поэтому я не смог вам снять всей красоты. Не знаю, возможно, этот дом вот Александра охраняется компанией Нева. Нет, давайте я все-таки чуть-чуть сдам и покажу вам.
вам скажу все, что думаю. Даже машина не хочет ехать. Вот это вот Сочинское шоссе. Вот прямо передо мной тут 8, квартира 1. Вон видите? Там дальше уже тупик, я просто там был, уже знаю. А вот домики. Возможно, вот тут вот красный. Сейчас, блин. Вон тут красный. И есть дом Александра. Но я не утверждаю это, я не знаю. Но вот эта вот полянка из домов, это все 8. 6 и 8. Ну а теперь мы с вами поедем обратно. Машина уже заглохла. Приготовились, достали попкорн, чай, кофе, бутерброды, успокоительное, и вот мы едем с этой полянки, где дома номер 8. Опять же повторюсь, возможно, не ошибаюсь, возможно, они где-то там внизу еще есть какие-то, потому как тут нумерация непонятна. Но вот там вот был 8, конкретно номер 8. За ним там 8/1. Тут вот 6. Соответственно, 8 тут только может быть только выше. Насколько я понимаю. Итак, мы спускаемся вниз. К морю. Извините, пешком я сюда уже не поеду. Я полпути, в принципе, прошел. Дошел сюда и только потом вернулся, так как не был уверен, что найду эти дома. Уже включил навигатор и начал искать по навигатору. Вот навигатор вывел меня сюда. Поэтому я не берусь утверждать на 100%, что это непосредственно дом от Александра. Вот там вот. Так как здесь вот дома номер 6 уже пошли. Ну, если номера 8 там, то не знаю, может где-то еще есть 8. Сейчас я проеду дальше, там я не был, а потом поеду обратным путем, как я ехал сюда. Именно по этой дороге я шел в прошлый раз. Вышел к голубым небесам. Помните? Кто смотрел предыдущее видео, тот помнит. Ну, тут мы видим тоже 6/7. Сейчас посмотрим дальше. Какая тут нумерация? Тут я нумерации не вижу. Но вижу магазинчик. Да, здесь я ходил и выходил к голубым небесам. В любом случае, если вы живете в том доме номер 8, то вам придется идти либо здесь, к морю. И вот дальше мы выйдем к голубым небесам. И вы пойдете на пляж Колос. Тут временно выезд санатория Лазаревская. Хотя, говорят, его продали, там не пойму, что. Нумерация почтовых ящиков тут 8/7b. Я офигею. Давайте проедем сюда еще, поищем. Тут может быть дом Александра 8, бог его знает. Может, я наговариваю, чего не так. Может, я сам он харчевню какую-то нашел. Тут тупик наверху. Тоже Сочинское шоссе, но какой дом? Сказать вам не могу. Ну нет тут надписи, блин. Терпение, терпение, не ругаемся, культурненько.
терпим мужественно, ищем дом. Нету нумерации даже, блин. Харчевня есть, а вот номера нету. Ну, внизу санаторий Лазаревский уже. Любимая, выходи, не выделывайся. О, вот это я понимаю. Ну, дальше там уже, я не знаю, там. Нет, давайте уже проедем, а. Ну там явно уже. Как он, блин. Голубые небеса. Все. Кранты. Может тут где-то 8 дробь какая-нибудь. 8-6 дробь В. Блин. Хотя теплее, видите. Может, вот это дом Александра тоже красный. Гостевой дом Колос. Сочинское шоссе 6А. Вообще пипец, пошла уже дорога такая. Ну, хотите услышать мое мнение? Да не обидятся на меня собственники этих домовладений. Около моря дофигища домов. Все они не хуже. Все они сдаются. Да ну на крайняк уже на аэродром тоже сходить, а. Посмотрите их. Что же вы находите такие дома-то? Вы сами тут офигеете ходить. Тут ни света, ничего. Вы вечером ноги поломаете себе. Гляньте, где? Хоть один фонарь на столб, видите? Столб стоит, да, но это связь. Это телефончики. Дорога, посмотрите, какая. Вы будете сюда приезжать только на такси. И поверьте, таксисты с летом с вас 100 рублей не возьмут. Тем более, когда узнают, что вы хотите ехать сюда. Они наверняка, там половина не местных, они будут. Да и местные тут, видите, я не могу найти. Они местные же тем более будут вас спрашивать дорогу. Я не знаю, что вы тут ищете себе приключений. Ну вот у меня вот, либо вот в этом закутке, тут 8-6 было, там 8 началось я тут. Полпути проехал, блин. Блин. Памяти нет на телефоне. Сейчас, минуточку, я остановлюсь. Очищу память, потому что кранты приходят. Все. Так, продолжаем спускаться. Почистил чуть-чуть памяти. Не знаю, насколько хватит. Но на 10 минут точно хватит. Итак, мы едем. Все это Сочинское шоссе. Хотя бы вот на этот домик посмотрите справа. Золотой ключик на практически прекрасном месте. Ну, красивый зеленый. Вот эти вот Сочинское шоссе /1. И вот здесь вот, вот в начале видео я поднимался по вот этим вот ступенечкам. Вот здесь вот только вы выйдете к федеральной трассе. Дальше я уже не поеду. Пожалуйста, посмотрите предыдущее видео. Там, как я иду на рыбацкий поселок. Как только вы поймете, что я завернул, нырнул под железнодорожный мост, идете прямо там до Сочинского шоссе метров, от Сочинского шоссе до моря метров 400, может 350, где-то так. Ну вы там поймете уже, там несложно. В общем, друзья мои, не хочу ничего плохого сказать, не хочу никого обидеть. Просто посмотрите карту, достаньте карту и посмотрите, стоит ли она того или нет.
И вот если посмотрев карту, вы скажете, что да, там дешевле, там может быть, на, пускай там на 200, на 300 рублей там дешевле, там, я не знаю. Ради интересного посмотреть цены, что же там такое нашли, такое раз прекрасно, что даже на гору летите. Короче, подумайте, подумайте, еще раз подумайте. Ладно, все, мы уже приехали в центр. Я должен немножечко успокоиться. И поеду, наверное, домой уже, все уже. Ни памяти, нифига нету в телефоне. Все, всем пока. Извините, если что не так. До новых встреч.